Алла со своей напарницей Любовью – жены мобилизованных. С ноября 2022 года вместе с единомышленниками женщины начали помогать нашим бойцам. Сначала помогали взводу, затем роте, потом батальону. Сейчас обеспечивают полк, в котором несут службу и ульяновские мобилизованные бойцы. Груз отправляют раз в 3 недели. На этот раз собрали 6 тонн, куда вошло все самое необходимое. Продукты питания, личные посылки, чай, кофе – это всегда нужно. Это, ну, без этого, наверное, нигде невозможно, даже дом просто. Основной упор в этом гуманитарном конвое сделан на технические средства. Главными предметами сбора стали средства радиоэлектронной борьбы с вражескими беспилотниками и дронами. Их, кстати, производят у нас в Ульяновске. Они обеспечивают безопасность наших бойцов. Да, там, значит, 2 больших разведывательных и 3 камикадзе. Высота полета у разведчика, ну, где-то в районе 1000 метров. Вот, так чтобы вот не было особо-то заметно. Вот. Больше-то и никто не поднимается. Ну, может быть, ну, не знаю, я тут. Нам задача не стояла больше. Вот. А эти камикадзе, они летят 100 метров. В сборе груза принимали участие предприниматели, волонтеры, правительство региона и просто неравнодушные граждане. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.